Ребята, урок 135, письменное умножение и деление. 104 умножаем на 4, 416 делим на 4. И значение воды для животных. Запишите, пожалуйста, число. 10 апреля. Классная работа. Значение воды для животных. Вода помогает животным выводить из организма продукты жизнедеятельности, служит регулятором температуры тела у млекопитающих. Известно лишь немного видов животных и птиц, которые могут обходиться без воды. Их организм приспособился к таким экстремальным условиям, что они заготавливают ее впрок. То есть вода – это жизнь. Без нее не могут обходиться ни животные, ни люди, вы знаете, а растения также. Посмотрите на задание номер один. Рассмотрите, как выполнено умножение. Объясните, сделайте вывод. Первое. Умножаем десятки. Умножаю единицы сперва, извините, ребята. Умножаю десятки. Умножаю сотни. В ответе у нас получается 416. Следующее. 416 делим на 4. Делимое 416 делитель 4. Первое неполное делимое 4. Делю сотни. Здесь можно, ребята, сразу списать 2 единицы. Две единицы можно сразу списать и приписать 0 в частные. 16 мы списываем, приписываем 0 в частные. 16 делим на 4, в частные подбираем по 4. Следующее задание, номер 2. Вычислите и проверьте. И самостоятельно составьте подобные примеры. Подобные, то есть похожие примеры. Задание номер 3. Вашему вниманию предоставлена задача. Задача несложная. Правильно, вы догадались, два действия. Вы также выполняете пункт Б. Они похожие. Задачи на кратное сравнение. Если в задаче стоит вопрос, насколько больше или насколько меньше, мы всегда от большего вычитаем меньшее. Задание четвертое. Решите уравнение. С этим заданием вы справитесь отлично. Следующее задание номер пятое. Вам нужно записать множители в виде квадратов или кубов чисел. В данном случае 4 умножаем на 4 на 4. Это будет у вас 4 в кубе. Получится у вас 64. Следующее. 10 умножаем на 10 на 10. Это будет у вас 10 в кубе. 5 умножаем на 5. Это 5 в квадрате. 3 умножаем на 3. Это 3 в квадрате. 2 умножаем на 2. Умножаем на 2. Это 2 в кубе, и 6 умножаем на 6, это 6 в квадрате. Запомните, ребята, куб – это произведение трех одинаковых множителей. Куб числа. Квадрат числа – это произведение двух одинаковых множителей. Задание номер 5, пункт Б. 4 в кубе мы разложили в виде произведения множителей. 4 умножаем на 4 умножаем на 4 плюс 300. То есть вы сразу записываете квадраты и кубы в виде произведения множителей. 10 в квадрате. Это 10 умножаем на 10. Дальше идет у вас 10 в кубе, это 10 умножаем на 10 умножаем на 10, минус 534. 9 в квадрате, это 9 умножаем на 9,
минус 67. 2 в кубе, это 2 умножаем на 2 умножаем на 2, плюс 40. 4 в квадрате, это у вас 4 умножаем на 4, и плюс 351. Задача номер 7. Вам даются задачи. Можно записать, ребята, только выражение. Задачи легкие, в одно действие. Находите значение. Так, надеюсь, вы с этим заданием справитесь. Следующее задание у нас 8-е. На логическое мышление. Работнику по уходу за животными нужно быстро разместить животных по своим клеткам. Каким должен быть алгоритм действия такого работника? Нужно учесть, что осел единственный из этих животных не хищный. Его нельзя помещать в одну клетку с другими или в общую клетку. Подумайте, какой здесь должен быть расклад, значит, животных у нас? Как их нужно разместить? Подумайте хорошенько. Если затрудняетесь, можете проверить пошаговые объяснения. Первый способ и второй способ, ребятки. И последний, ребята, домашняя работа номер 6, ребята. Вычислите столбиком, можно без проверки, умножение и деление. Спасибо за урок.